Каждый клиент очень важен для меня. Если к человеку отнестись со всей душой, он порекомендует наш салон родным и друзьям. Вот так мы строим бизнес. Я вас слушаю. У меня нет волос. Смотрите, я лысею. Только взгляните. Не знаю, что делать. Я узнала о Кристине от подруги. Насколько я поняла, она наращивает волосы уникальным способом и очень деликатно относится к людям с редеющими волосами. Понятно? Я согласна на все. Когда волосы начали редеть? Со временем. Сначала я старалась укладывать их по-другому, но потом поняла, что со мной что-то не в порядке. Может, прозвучит нелепо, но волосы влияют на человека. Я чувствую себя собственным дедушкой, а женщине лысеть гораздо тяжелее. Для меня это трагедия. Страшно представить, что волосы продолжат выпадать. Когда я смотрю на свои старые фотографии, то задаюсь вопросом, что же стало с моими волосами. Я не хочу быть лысой. Я волнуюсь только об одном. Не слишком ли тонкие? Именно. Хочу сохранить, что осталось. Ничего, что они такие тонкие. Я хочу помочь Рене, но, вероятно, ее волосы слишком тонкие. Вполне возможно, пряди на них не удержатся. Иногда приходится отказывать клиентам и говорить, что наращивание волос не для них.